Всем привет, и мы начинаем новую серию, по Максу, по его, финтам, Короче, нахуй, полазив тут, я ничего не понял вообще, нахуй, я подъезжал, сбоку, там как-то, нахуй, выезжал, хуй знает, где это днище ебучее. И, охуел. Оказывается, здесь, в самом этом логове, есть вот такая хуйня. Вот новая биография, днище. То есть, это в самой же конторе, в этой крепости есть днище, какое-то. Я пока здесь еще не был, но я вижу, что оно есть, Отлично, наконец-то, неужели нахуй, мы пришли к какому-то знаменателю, то есть здесь можно было из крепости пешком просто, дойти до той цели, которая нам, того пункта назначения, который нам, предложил, Фритюр. Ну, то есть задание, выполнить, его там, просьбу, выключить какие-то вентиляторы, Я пока здесь еще в первый раз, нихуя еще пока не шарю, чё тут, почём. Но смотрю, что днище тут в натуре днище, пиздец, такие чушки, тут вообще тусят. Охуеть. То есть это полный пиздец. Ну, какие-то девочка какая-то сидит, ножками болтает, все загибаются, все какие-то охуевшие вообще в говно, Просто все то ли обдолбавшиеся, то ли, нахуй, напившиеся этой нефти, уже они, просто укумаренные все ходят, Ну, они сидят, что-то добывают, там, колотят, трубы делают, наверное, хуй его знает. Ну, короче говоря, днище еще то. То есть здесь какой-то даже... почему-то не открыть дверь. Здесь какой-то даже свой мирок такой. Свой мирок, тут, сука, свои законы, Проникнуть в днище. Опа, а вот я уже и попал, Куда-то я пришел. Сейчас возьмем открытку на Новый год. Какая хуйня, какие-то колготки нахуярены, нарисованы. Здесь, здесь живут нормальные люди, вполне адекватные, Все такие пиздец побрившиеся. Ни разу не мытые такие, охуеть можно. Еще какая-то баба сидит, ножками болтает, Ее близняшка, что ли, той, которая там сидела. Че хуй просышь, Че тут творится? Опять этот нахуй ебучий металлолом. О, нихуя, тут его 11. Я еще один только собрал. Ага, тут даже есть труба. А, не, нихуя, это не та труба. Ну вот я и пришел. Вглубь. Чего-то не пойми чего, Не угоди в огонь. А, сука, перекроем нахуй всем тут кислород, Хуям собачьим. Вот, перекрыли мы один вентиль. Тут, наверное, кто-то тоже жил, но, сука, походу, не выжил. Ебать, я еле вылез. Охуеть. Ха, не зря я залез, я вообще залез, думал, здесь, может, тоже лом валяется. А здесь кран. Там спрыгнуть, тут подняться. Уголь на выдумке хитра, А вот я и проник, войти. В утробу, нихуя себе, еще и войти в утробу матери. Сейчас там член нас, обогреет. Скажет, иди ко мне, мой сын, сынка. Ха, я представляю, если в натуре тут в конце выяснится какая-нибудь хуйруга. Типа, член это вообще батя, Скажет, да ладно, сука, Макса, ебать. Мол, с мамашкой этот, пиздец зажигаем, а ты где-то лазишь, Хорош хуйней страдай, давай, гоу к нам. Гоу к нам в клан, Так, проходим. Я тут лабиринты. Это уже напоминает что-то из разряда игр таких Сталкер, Метро. Все в говне, ты лазишь, тебе нравится. Лазишь в говне, Собирай всякую шнягу, убивай всяких подонков. О, нихуя тут уже накидали тут, уже каких-то три залупы. Еще три пунктира мне нарисовали, нихуя, они охуели что ли совсем. Опс. Ну какая-то шахта. Подземная шахта. Я, настоящий лабиринт. Да, действительно. Да, здесь без фонаря не обойтись. Пиздец. Все, здесь сейчас начнется, Здесь полная жопа огурцов сейчас начнется, Ща я буду тут, лазить, Искать, выход. А, так это вентиля отмечено. Все, понял. Все, братка, Фритюр, я все понял, Один вентиль я перекрыл. Кислород, Всем подонкам. Нихуя себе. Тут, как нефтяник Тюмени, Ну что тут, А все в пару, все в хуйруги какой-то. Ебаный в рот, Давай нахуй, закрывай. Подайте газу, давай, закрывай винтик. Должны мужики ходить с такими, молотками, и кирками, со всей вот этой вот фишкой. Грязные в касках, А тут никого нету почему-то, странно. Странно, но никого нет.
и путаница, блядь. Ааа, сука, меня уже начинают водить за нос. Типа вы там не были. Хуем буем. Нахуй там был, блядь, я там был. Я там был. Кстати, почему, бля, у него нету белка? Мелок, обычный мелок, нахуй, я на стенке начерикал, типа, слово хуй, например. Значит, понятно, идти вправо. Пизда влево. Ну, чтобы как-то хоть разбираться, где чего. А вот и третий вентиль. И квадратные вентиля. Квадратные вентиля, блядь. Покинуть утробу матери. А теперь нам надо покинуть все это дело. Ну вот и поработал в качестве такого, в качестве нефтяника. Непонятно только, где искать весь остальной этот металлолом. Ну, это уже как-то... Ух, нихуя себе! Я чуть не охуел. Хуйня такая отвалилась, а труба, блин. Избушка, избушка, повернись к лесу передом и к Ивану задом, блядь. Повернулась и изба, отвалилась и труба, нахуй. Все в избушке загремело, словно там была борьба. Ну вот и все. Ха. Я-то думал. Ба-бам! Вот такой, на корточке так. Оп! Прижученный, бля. Хуя делов натворил, бля, и пиздец. Ну вот и выполнили, бля, еще одно задание от Фритюра. Но не было таким сложным. Ну, наверное, интересным. Ха. Всем пока. На этом и закончим.